У меня достаточно быстрый взлет произошел, наверное, по карьерной лестнице. В какой-то степени мне повезло, я попала в период только еще становления нашей производственной лаборатории. И я работала с очень профессиональными людьми, которые меня заметили и оценили. И я многому у них училась. И вот за эти 10 лет, которые я работаю на предприятии, мы создали более 7 новых марок удобрений. И мне приятно осознавать, что частичка и моего труда есть в этих новых марках удобрений, часть из которых даже нет еще аналогов в мире. У нас очень дружный коллектив, мы все друг друга поддерживаем, помогаем. И я уверена в своих коллегах, в том, что я могу положиться на результаты их труда и могу быть уверена за качество того, что они делают. Я Уралхим.